Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня трешечок, как обычно. Поздравляю всех с праздничком. Показал я вам, что на Сардели было. Это, конечно, просто жесть. Я не знаю, до сих пор, честно говоря, в шоке. Потому что аккаунту намного-намного проще будет развиваться. И мы будем тащить намного больше локаций. Мы будем намного больше трешевать с этим героем, с Фрей. Плюс еще дополнительно там варлок есть, который тоже будет помогать. В общем, на битве гильдии теперь мне будет намного проще, да, и на многих PvP локациях. Так, что у нас сегодня интересного? Давайте сегодня сделаем небольшой обзорчик и, конечно же, сделаем новый роллинг, который открылся на английском сервере уже. Возможно, его и откроют на русском. Что дает этот роллинг? Вы имеете возможность за 1500 самов за роллинг получить обязательно одного легендарного героя. Это очень крутая вещь, я показывал ее на китайке. По 10 героев открывается сразу, это нереально круто. Смотрите, что здесь есть. Самое основное, ребят, не забывайте, у нас ежедневные бесплатные подарки, особенно без доната, ну, мне то, конечно, оно не надо, за вход. Тут будут коробки у нас, с которых вы будете доставать, я надеюсь, топовые таланты. Поэтому не пропустите, заходите каждый день. Ну и, конечно же, на английском сервере, как обычно, сегодня получилось у нас увеличение наград. Уже 100-240 дают. И уже намного больше прибавили вот здесь. 3500, 1400, то есть прокачаться еще легче станет. Помимо этого, есть удвоение паков на определенные, то есть 1 плюс 1, вот, офигенная вещь. Баназа тут, как обычно, никакая. По пакам тоже офигенно дают. Думаю сделать конкурс, поэтому внимательно смотрите видосики. Постараюсь записать вам, выкинуть. Вот за один пак большой можно собрать половину Розалинды и Лазулю. Ну, то есть все как обычно круто. Охник полпака уже стоит 50, это самый дешевый. Плюс еще кучу итемов получаете. Как по мне, это нереально круто. Восьмые эмблемки, пятые сумки уже продают по 1000. Таланты, ну все что хочешь. Как видите, все, что хочешь, все, что надо, здесь на этом сервере есть. Окей. И тут у меня пришло. Коробочка вот. Поехали посмотрим, что там у нас на русском сервере делается. И сообразим потом. Ну, вот эта вот акция мне очень нравится. Так, что у нас сегодня на русском по базару? Ежедневный, понятно. Ну, половинка за полпака. Некрос, в принципе, тоже неплохо, и скин сразу. Так. Чё по рынку? Драконы за копейки, в принципе. Бугимена можно собрать. Лазулю тоже можно собрать, в принципе, неплохо, неплохо. Ну и тут можно вот эти сумки, я открывал сумки Валентина, я с трех там вытащил половину, поэтому тут возможность собрать и Огника нормально. Я думаю, за три пака можно собрать неплохие плюхи. Такс. Что тут еще интересного есть по акциям? Таких нету. Базар, выращивая рулетка. Удачи, поехали посмотрим. Вот опять же, тоже есть ежедневный вход, поэтому не пропускайте. Сардалька тоже будет копить. О, ничего себе, даже Огника так дали, отлично. Прикольно, прикольно. Восьмая. Ну, вот это вот уже получше. Мне больше нравятся Огники. Так, яйца. Большая выгода. Поехали посмотрим. И питомцев можно выращивать, тоже офигенная акция. Но, по крайней мере, на английском. Да, угли. Тут тоже однозначно можно получить. А, это карта яиц. Возвращаем самоцветы. Сейчас посмотрим, какие награды. Да, такое себе. На английском покруче намного.
Так, ну идем еще на китайку, забежим и пойдем делать мегароллинг. Ну, в общем, как по мне, вполне-вполне неплохо. Даже на русском сервере дали эту акцию. Единственное, еще хотелось бы роллинг по 1500 на русском сервере. Было бы тоже очень круто. Такс. Такс. Ну, тут один пак. Понятно. Тут у нас сумки, итемы. Ну, в общем, здесь тоже очень круто все. Для бездоната акции. Все как обычно. А что по рынку? Ну, вот посмотрите, сколько акций. На русском почему-то этим брезгую, но реально эти акции были бы очень круто. На русском сервере хотя бы там регулярно раз в пару дней. Окей. Так, тут роллинга по 1500 нет. Поехали, значит, на английский сервак. Такс. Ну, let's go. Что мы имеем? 1500 самоцветов, одна тычка. Выпадают очень крутые герои, ну, по крайней мере, мне на китайке. Вот, посмотрите, сразу же повелитель бури. Аут. Ну, Пикси. Даже не всегда круто. Смотрите, Желейку тоже считает. Сердцеедка, я считаю, неплохо. Хранитель. Сейчас посмотрим. Ну, я вам скажу, смотрите, Седна. Мне на китайке падало намного круче. Plant Warrior, ну куда же без него? Creation. Ну, о, ничего себе, сразу 4. Рибит. Стрелок, ребята, это просто аут. Ну, действительно, может где-то он и получше, чем обычный. Но вы тратите самого, блин, в разы больше. Но герои, как видите, выпадают неплохие относительно. Но стрелка мы уже вытащили, Аракенди. И причем самое интересное, что они рандомно выпадают разные. Пикапка, чемпион. Паладины. Атлант. Ну, новую анимашку, видите, на этом роллинге оставили новую. Ворожей, ну офигеть. Сразу три слизня. Суккуб. Еще один ворожей. Ну, я считаю, вполне неплохо. Ниндзя. Ну, что-то вот если брать по 450. Не, ну это, ребят, это просто пиздец, если так это можно назвать. Вот что вы скажете по поводу этого роллинга? Напишите это обязательно в комментах. Ну, как видите, и отсюда я вытащил, и планта там, и лазулю вытащили, и стрелка вытащили, и ПБшку, и кучу офигенных героев, и в принципе падает довольно-таки неплохо. Поэтому, возможно, есть смысл на бездонатах, особенно даже роллинг. Роллинг неплохой. Получаете кучу неплохих героев. Да, и получаете имбу. Ну, конечно, самоцветы уходят намного быстрее. Вот это, наверное, единственный минус этого роллинга. Все остальное реально очень круто. Не знаю, сколько я там слизней получил. Вот это интересно было бы потестить на коллекционере героев, которого, как обычно, на русском сервере затягивают, на английском он регулярно есть, но вот хотелось бы, чтобы оно совпало и посмотреть, насколько же можно будет быстрее здесь это собрать. Ну, в принципе, даже так, лазуля получился у нас очень-очень удачно выбит. У нас было где-то 47, ну, где-то 65к, ну, за 65к таких героев вытащили неплохих. Так, окей, смотрим, что тут у нас. Уже 5 сумок. Нифига себе. Давайте посмотрим, что сегодня продается здесь интересного за самики. Так, ну вроде то же самое все, видите. И рефреш берем, забираем.
Яиц, конечно, я нахватался здесь. Ай! Что я сделал? 50%. На что я выбил? Вот нуб. Смотрите, рунка. Супер. Одна руна, но у меня их, конечно, хватает. Ну ладно, заберем. Я не буду брать, вы что, пусть лучше она вам придет. Так, 240. Change. Ну, смотрите, как вообще четенько. Начетерил опять. Опять начетерил я. Неплохо. В общем, как видите, блин, круто, 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 как по мне. 23 февраля на всех серверах относительно неплохо. Ну, не забывайте, обязательно не забывайте забирать плюшки топовые, потому что коробочки, коробочки, это коробочки. Так, еще подкачаем силушку. Вот, и ждите видосика, будет конкурс. Возможно, что-то придумаю такое нестандартное. Посмотрим. Рандомно как-то. Как-то рандомно. Серверов много, участвуют, будут, наверное, все сервера, как обычно. Какие-то интересные плюшки. В общем, ждите. И будет вам счастье. Еще раз всех с праздничком. Качайте все силушку. Будьте сильными, выносливыми. Счастья, здоровья вам. Так, ну что там у нас по силе? Ну, два героя. Не знаю, есть смысл качать эту силу дальше? Нету, как видите. Поломали мы графику. Некуда дальше уже качаться. Не пускают нас, к сожалению, дальше. Ну, я думаю, реально где-то 1 100 000 200 это потолок. То, что можно развить силу на сегодня. Единственное, что они могут еще что-то новое ввести в следующей обнове. Это не исключено. Чуть нам не хватило. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.